Пожарные, спасатели, водолазы, сотрудники ГИМС и Пожнадзора, люди, готовые в любой момент прийти на помощь, накануне принимали поздравления с профессиональным праздником. МЧС России исполнилось 25 лет. Торжественное мероприятие по случаю юбилея состоялось в НКЦ. За эти 25 лет нашими сотрудниками было спасено более 10 тысяч жизней наших горожан. Наша боевая работа порой не видна, но мы делаем добро людям, мы помогаем людям. Вот. И честь и хвала нашим сотрудникам, нашим ветеранам, которые столько времени своей молодости отдали нашему ведомству. На торжественном мероприятии собравшимся вручали почетные грамоты и юбилейные медали 25 лет МЧС. Трем сотрудникам досрочно были присвоены очередные специальные звания. А Сергею Худынину глава региона вручил знак «Заслуженный спасатель» Ульяновской области. Работаю в службе пожаротушения 20 лет, непосредственно занимаюсь тушением пожаров и ликвидацией различных чрезвычайных ситуаций. Готовы выходить всегда на помощь не только на территории нашей Российской Федерации, но и на территории зарубежья. Наши специалисты оказывают помощь и гуманитарную, работают в тяжелых, трудных условиях, поэтому мы всегда готовы прийти на помощь. Юлия Лаптева, Константин Белов. Наше время.